В общем, не то видео, которое мы хотели бы снимать, но идем в больницу. Не знаю, сейчас напишем. Злой охранник не пускает второй раз. Андрей Игоревич хочет за Максом сходить. Воздушный шарик. Не пустит. Вот именно. Работу как пропишем? Работа останется. Контент снимаем. Позвоню я. Кому позвонить? Кому позвонить? Сокол звонит. Миша Павлов позвонить. О, давай набирай, приедет сразу. Давай, набирай. Сейчас наберу. Весь район тут где-то клеится. Алло, чё? Мишань, здорово. Здорово. В больнице на Ленинском. На Ленинском? Да. Мой район не пускает? Не пускает, а прям. Приедь, порешай, было. Сейчас буду. Давай. Сейчас Мишань приедет, порешает и все. Дай мне немного. Ладно, ты угадал. О, рассказывай, что тут. Как пьяного шатает. Спал папа. Здорово, Макса. Чуть, у тебя рука не жила. Может, так, что ли? Здорово. Морковный сок пойдет. Ну ты хоть садись давай, можно сесть. Садись. Сесть могу. Расскажи, что случилось. Подписчики же не знают. Глаза закрыл, открыл. Тяжело, больно. Вот. Все? Что сказать? Не, расскажи, что случилось. Закрутило на перекладине. Чё? Кисть прорвать не смог, а по движению как бы оно пошло. А что делал-то? Качество поворота. Комбинацию хотел сделать. Вот. И не получилось. И не пошло. Как самочувствие? Сегодня уже получше. Рука еще ноет как. Макс, тебя забрать хотят. Не хочу. Здесь кормят вообще. Фигово, Макс, мы тебе подарки, да, принесли покушать. Складируй все в пакет, Макс, и забирай быстрее. Братану спасибо, конечно. Максом, да. Все. Шоколадки, все как ты любишь. Там вообще говорят, ребята, с которыми я живу, короче. Они говорят, вот на выходных целый день кашу только давали. А я этот пакет. Так, вот давайте сразу все передадим Максиму. Мы все и передали. Не зря пакет взял. В один пакет. Так, сейчас. Молодой человек, выходите, они пока сложат, потом передадут. А чем? Отстаньте, это? Пожалуйста. Потому что карантин. Я не лицо мое выведу, иначе получение ему. Зима будет? Да. Нет, не важно. А что я сделал? Как нарушение. И что, у меня просто тут одна рука только. А я предупреждал. А если второй человек зайдет? Он же не заходил. Ну-ка дай. Вон там спросите разрешение. У женщин. Как ты его? С больной, с левой. Я не хочу. Шок-контент. Шок-контент. Тихо. Жив, самое главное.
За что посадили-то? Макс. Макс. Ты ж руку сломал. Макс. Макс. Касаешься. Спроси, как дела. Вот так, как не дела? Дай бог, заразимся. Ну, хотя тут, наверное, биополе. Тут... А, да. Так не заразимся, Макс. Не передается. Да, да. Биополе тут. А когда выходишь, не работает. Они, короче, дали маску еще на после. Задышал у него минут 10, я у него дышал. Я не помню, конечно. Секунд 10. Я долго не мог. Че? Это рука чистая сейчас. Давай, Макс, пока. Сюрпризу готов? Нет. Смотри, как умный. Хорошего, Макс. Давай, поправляйся. Тебе понравится, Макс, сюрприз. Теперь знай. Да. Ты выиграл, Макс. Понятно, что это значит. Макс, под видео. Здесь. Да, давай здесь. Ну, значит, Макс, мы все долго думали и совещались, что же тебе нужно. Вот. В общем, пришли к выводу, что тебе не так уж и много нужно, ну, по твоим словам. Поэтому все решили, что самая нужная вещь для тебя. Это вот это. Это вот это. Вот, садись за стол. Садись за стол. Попробуй. Ну, а ты попробуй. Садись, садись. Что-то связано с техникой. Помоги. Я так понимаю, это новый телефон. Да. Классно. А то у меня уже старый там помоги, да. Динамик чинил и микрофон там. Ну да, то есть мы думали, что при зрительских симпатиях будет носки или книжка. Mm-hmm. Владик, помоги достать. Да, Владик, я не могу. Вот, но потом, из-за того, что все-таки такая беда произошла, мы подумали, что это тебя подбодрит немножко. Давай, вот над столом все-таки это делать, Максим? Да. Тебе уже новый полетит. Такой ты хотел? Вообще не ожидал, что такой даже. Да, спасибо. Так, да, спасибо тем, кто скидывал донаты. Так что вот, разбирайся. Да, сейчас Владик тебе поможет его настроить. Вот, сим-карту поставить, да, там, ну и все остальное. Так что будет тебе чем заняться, хоть гимнастику посмотришь, приложение с английским установишь. Ну и сколько ты тут, неделю будешь? Я не знаю, сколько еще здесь буду. Ну, в общем, так будет веселее. Я сказал, что перелом очень сложный, может даже и больше. Да, написал мне, спрашивал Максима, Максим, что тебе нужно? Ну, он говорит, что мне надо? Ну, блин, принеси телевизор, я сидеть. Это у меня телефон не тянет. Но это тебе вместо телевизора, я думаю, это лучше. Отправляйся, я пойду, чтобы там денежки загулался. Ну, понятно. Да, так что все за тебя переживают, все в школе за тебя переживают. Так что ждут твоего возвращения, поправляйся скорее. Ну и все подписчики тоже будут следить за тем, как ты восстановишься. Всем привет. Ну что, Владик, расскажи, настроили вы все? Да, значит, пришли. В общем, там очень много было настраивать, поэтому Инстаграм еще не успели настроить. Вот. Поэтому постов в ближайшее время, наверное, не стоит ждать. Не, он вошел в Инстаграм, так что... А, вошел? Да, да, он написал. Ну, это хорошо. Че, обрадовался он? Он вообще, ну, когда вы вышли, он такой, Влад, ничего себе, я вообще не ожидал такого. Прям примерно вот как я изобразил, такая реакция и была. Вот. Потом такой, ну это вообще круто. Это же одна из последних версий, типа. Вот, ну такой, это просто жесть, как классно. Вот. Значит, настроили. Он такой, Влад, давай скорее, скорее, времени поджимает.
то я не разберусь. Вот, настроил. Ну, я ему ВК первым делом, что ВК mm-hmm. это самый главный способ связи. Mm-hmm. Вот, ВКонтакте зашел, ну, дальше не успел. Там пароль забыли мы с ним и имейл его. Mm-hmm. Вот, поэтому пришлось заново все сделать. Вот. Ну, а что думаешь, он будет делать с телефоном? Ну, мне кажется, что стоит ждать продвижения Инстаграма и продолжения вот года Ютуба. Ну, можно и так сказать. Но я думаю, что самое главное, что он гимнастику сможет смотреть сейчас, хоть пока в больнице сидит. Да. А то с того телефона, как ты говоришь, он не может. Да. Ну все, ладно, спасибо, что помог ему настроить. Так что вот такая у нас беда. Конечно, расстроен Максим. Мы готовились на чемпионат России, где он с новыми комбинациями собирался отбираться на первенство Европы. А теперь это, конечно, недоступно. Впереди долгое восстановление. Но он не теряет присутствия духа. И в том числе благодаря вам, что вы поддержали его этим телефоном. Конечно, по нему не скажешь, что... всю глубину эмоций, которые он испытал, когда его получил. На камере это не видно, но поверьте, он очень рад. Если вы получали когда-то впервые хороший телефон, перейдя с какого-то калькулятора, вы знаете, какие эмоции испытывает человек. Ну и еще отдельно хочу поблагодарить наших гимнастов Никиту Нагорного и Давида Белявского, которые по моей просьбе записали видеообращение, Давид прислал, Никита даже в сторис в Инстаграм выложил. И обращение со словами поддержки, потому что у того же Никиты Нагорного была точно такая же травма. Если кто смотрел интервью, об этом знает. Тоже закручивал его на перекладине. И, конечно, когда Максим увидел, что чемпионы лично к нему обращаются, и для него это было очень значимо. Так что... поддержка Максиму сейчас нужна, пишите в комментарии, он их обязательно прочитает. Ну и также пишите ему в Инстаграм, ссылку внизу оставлю. Это действительно ему поможет. Всем спасибо, Максим обязательно вернется. Макс, привет. Давай держись. Скорейшего выздоровления тебе, чтобы все прошло гладко. И новых успехов тебе. Максон, дорогой, не сдавайся. Набирайся сил, терпения. С такой командой, как у тебя все будет хорошо. Будь уверен и иди к своей цели.